Давай я расскажу тебе сказку про теремок. Все жители теремка — это психопаты, склонные к насилию. Мышка-нарушка, лисичка-сестричка, лягушка-квакушка. Зайчик-побегайчик. Он сам псих. Он так клиентов своих называет. 3, 2, 1. Смотрите на меня! Да из них любой может быть убийцей, они все психопаты. Чудовищная ситуация. Нам нужно найти волка. И он где-то рядом. Как поставить точку в этой страшной сказке? Мой метод может помогать и в расследовании преступлений. Оставите ваши куколы и скажете, кто убийца? Премьера. Даже твои куколки говорят, что ты в опасности. Игра в убийство. Странно, у вас сказки какие-то, но прикольные. В субботу в 17:30 на канале ТВ-центр.